Всем привет, с вами Джек Лайф. Сейчас я распакую посылку с Алиэкспресс. Вот такая довольно-таки длинная посылочка. И здесь у нас должен находиться софтбокс. Значит, посылку я заказывал 13 декабря 2017 года. Пришла она 3 января 2018 года. Доставка заняла 21 день. Ну что, давайте посмотрим, есть ли у нас здесь софтбокс вообще. Очень хорошо упаковал продавец софтбокс. Пришлось помучиться. Но ничего, давайте посмотрим, что внутри. Сразу видно, что уже идет чехол. Так, ну что, давайте посмотрим. Здесь у нас есть монтажное кольцо. Сейчас быстро его откроем, посмотрим. Так, вот это монтажное кольцо, вот так вот оно выглядит. Дальше у нас идут металлические стержни, здесь у нас 4 штуки их, так вот они выглядят. Так, и далее у нас идет сам софтбокс. Так, здесь у нас идет внутренняя крыша. Еще в комплекте у нас есть вот такая белая ткань. Это, я так понимаю, у нас передняя часть к софтбоксу. Ну вот и распаковали мы этот софтбокс. Стоил он 1519 рублей. На этом, думаю, все. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Джек Лайф. Всем пока.